Фатинская затока у Могилеве обещает стать раем для рыбаков. Тут проводить работы по поглублению дна. Так улады отреагировали на зворот мясцовых жыхароў, которые собрали тысячи подписей, каб выратовать могилевские водоемы от перетворения и у болота. И каб у дняпровской рыбы было доброе место для нерасту. Вот здесь в основном все мелководье. И здесь, получается, он зарастает травой. Поэтому вот этот вот участок нам нужно расчистить. Тяжкие грунты с дна Фатинской затоки нелегко поддаются расчистке. Справа в том, что глиняная глеба тяжко распрацовывается, и работы по очистке проходят не так худко, как хотелось. Земснарад працует как пылесос. Он усмоктывает у себе илистое дно и разом с песком отправляется на карту намыва. Твердые частинки остаются тут, а вода отправляется назад у затоку. Будем потом вход расчищать, будет проводиться еще одно углубление на входе, чтобы, как говорится, сделать зимовальную яму для того, чтобы рыба заходила сюда. То, что затока стадия глыбей, повинна істотно допомогать мясовой ихтиофауне, бо ранее из-за занадто дробного и глейкого дна рыбе не хапало кислорода, и она боялась идти сюда на нераст, а река Днепр не устане самостоятельно промывать и поглублять затоки. Про выники очистки дна мерковать можно будет уже весной, коли рыба пойдет на нераст у чистую и глубокую Фатинскую затоку. Дарья Семенько, Юлія Мичка, Александр Тарасов, новин региона.